Здравствуйте, приветствую вас. Мы в ЦУМе. Много раз вы просили показать. Сейчас представился такой случай. Здесь проходит квест для детей. Я пришла с Максом. Магазин одежды. Продуктовый магазин «Копейка». Техника. Два входа. Вот и вот. Некоторые помещения закрыты в аренде. Очень часто мы здесь с родителями поднимались, особенно в преддверии 1 сентября. Остановитесь, улыбнитесь, вы таки в Одессе. Поднимаемся, лестница. Перила, все прежнее. Всегда, конечно, здесь сувениры продавали. Нам туда, да, Максимка. Справки нет, вообще нет от слова совсем. Спасибо за понимание. Ну, очень такой характерный запах остался все-таки. Гитары продают, музыкальные инструменты. Да, пошли в бояру. Вот сейчас уже начинают накрывать воспоминания. Большой выбор гитар, синтезаторов. Заходим. Такая квест-комната. Рекламка. Мы организовываем ваш праздник под ключ. Телефончики. Попадаем в такое пространство. Все что-то снимают. Сейчас у нас уже в связи с положением, я когда захожу в такие учреждения, всегда спрашиваю, можно ли у вас проводить съемку. Разрешили. Для всего этого нужен инструктор, и когда есть инструктор, конечно, это все оживает. Две большие комнаты. Как я вспоминаю, здесь вроде была одежда. Даже тематический пол с ключами. Я приходила, помню, с родителями сюда на 1 сентября. Всегда готовились, да, покупали форму школьную, банты, канцтовары. Ну, мы обходили много магазинов. Детский мир, ЦУМ, еще по кругу. А сегодня с Максимкой в преддверии 1 сентября. Очень хорошо, что так вот получилось к нам прийти на этот квест. Стопочку таких красных бандан, и тебе надо собрать собственную команду. Так, следующий человек. Давайте, у кого еще какие варианты? Что вы для команды сегодня? Куда я попасть? Так, ребятки, говорите, что мы будем делать сегодня? Сражать? Нет, такого не будет. Конкурсы будут тоже верно. Давай тогда такая прекрасная фиолетовая бандана. Вот тебе. Ребята из разных городов, из Харькова, из Одессы, из Мариуполя. Это благотворительный квест, абсолютно бесплатно.
На одной локации может быть только одна команда. Максим проходит квест, я вышла прогуляться. Покупатели гитары. Часы, как обычно. По этой лестнице мы раньше поднимались. Так много людей было, сейчас никого. Все. Скрипка 3000. Я могу дать еще. Давай. Вот он. Что мне это надо? Две 100, 4 800. Как будто маленькие пианино. А где Павел? Вот такие компактные, не так, как мы. Раньше, пока в квартиру занесешь, то... Огромный и тяжелый инструмент. У вас на карьере? Вы туда отметите нас как магазин музыки. А у вас есть визиточка? Давайте я сниму. У вас есть Инстаграм? А, Инстаграм давайте. Есть у вас... Визитка. Визитка не написала. Какой у вас Инстаграм? Music Man Store. А, вот у вас написано название. Ясно. Нет. Я пыталась, но мои руки меня не слушали. Да. Еще даже духи. Парфюмерия. И вот здесь, наверное, оригиналы. Это я захожу все в разные магазины. Сегодня у нас 28-е. Вроде да. Смотри, если ты вдруг чего-то натыкал, грубо говоря, там прям вот какой-то меню зашел, не может, хотя всегда из любого меню прямо его нажимаешь, прям сразу. В любом случае, попадаешь в район. И у нас всегда есть кнопочка X отовсюду. Где бы ты ни оказался. Но даже если тебе показалось, что ты что-то себе там натрусил, натыкал, показываю волшебную
Волшебное перерождение инструмента. Смотри. Как будто бы только что с завода вынесли. Зажимаешь вот эту клавишу, держишь ее. Инструмент выключен. И ее уже держишь. Включаешь. Пока нет. Она перезагружается. Вот это для нее как бы вот такая шифр, такая команда. Как только загорятся все огоньки, то значит, что она... Все. Он вот как только что с фабрики. Такие аккуратные, такие красивые. Классические гитары. Кто любил себе выбирать часики Casio? Здравствуйте. И ремешки даже мой муж любит подбирать себе под часы. Сейчас больше электроника. Сейчас часы как мобильные телефоны. Но есть любят классику. На третьем этаже спортивный магазин. Здесь из окна даже виден собор. Дальше прохода нет. А здесь мебельный. Диваны, стулья, кровати. Диван во сколько? Непонятно. Тут это не 8. Это цены. Мне непонятно. 81 тысяча. Просто, наверное, после восьмерки стоит точка. Там сбивает. Или, возможно, это номера. Здесь люди, видно, приходят только точно специализированно, да, по запросу. Потому что мы иногда приходили раньше просто поглазеть, посмотреть. Я вернулась, такое забытое ощущение, когда очень много детей и все чем-то заняты. Гвалт, крик и суматоха.
И по окончании квеста всем деткам выдали подарки. Фото, видео на память. Ура! Подождите, давайте за счет три гвоздория. Готовы? Поняли? Гвоздория. За счет три кши, понимаете? Три кши. Гвоздория! Молодцы, молодцы. Короче, с учеными была следующая история. Так получилось, что действительно был какой-то... Поэтому считайте, что вы выполнили все задания на 150%. Вы огромные молодцы, чем я сам отправляю. Все, прошло уже несколько часов. И пару точно. Все закончилось. Макс, тебе... Максимка. Макс, понравилось? Детки, понравились? Да. Весело было? Да. Мы и сами посмотрели Zoom, и вам показали. Все, пока-пока. До следующих прогулок.